Казалось бы, мы с вами видели много памятников и стоящие возле остановки, и сидящие на лавочках, и разутые, и даже обувь. Вон там, кстати, была около памятника. Но чтобы памятник стоял на балконе, это уже что-то новое. Смотрите, наверху. Памятник, стоящий на балконе. Ну а сейчас мы идем к площади 1905 года. И посмотрим сейчас ее именно местную обстановочку. Ну что, глянем нашу площадь. Я туда как раз памятник заснял. А здесь еще. Ага, да, вижу, вижу, прям такой небоскребик. Может, сегодня там, кстати, смотровая открыта. Так, ну и здесь выставка ледяных фигур. В Москве, кстати, в Норильске я видел эти ледяные фигуры, именно не ледяные, а из снега. Но чтобы был именно прозрачный лед, не припомню, чтобы я где-то еще такое видел. А это именно реально декорация из прозрачного льда. В Москве, я думаю, такое не актуально, потому что то плюсовая температура, то минусовая. То есть оно долго может не простоять. А вот как раз здесь, где в основном минус, простоит оно подольше. Ну и здесь уже непрозрачное снежное изображение. Чего только здесь нету. А, туда даже можно вовнутрь зайти, как я понимаю. И наверх можно подняться. А, здесь вход по билетам. Скорее всего, здесь катаются с горок, как я понимаю. О, и вот новогодняя елка. Несмотря на то, что старый Новый год уже прошел, новогодняя елка, к счастью, здесь стоит. Ну и как-то так. Здесь можно скатиться с горки, здесь пофотографироваться. Горку сейчас можно показать вот на таких. Ну там кто на чем, судя по всему. Я не знаю, здесь выдают или не выдают. Судя по тому, что они у всех одинаковые, скорее всего, выдают. Хотя кто-то на таких санках пластмассовых. Ледовый штурм написано. Екатеринбург. Ну и здесь. Осторожно, здесь скользко. И там нас ждут еще более креативные выставки. Здесь у нас снеговик с контрабасом. Это не скрипка, скорее всего, это контрабас. Для скрипки он слишком большой. Вот такой снеговичок. Скорее всего, тоже из-за льда или из снега. Здесь дети резвятся на скользком льде. Это вот попробую сейчас сюда залезть и вылезть. В общем, чем занять детей на ближайшие полчаса? Ответ есть. А вот это изображение елочек. Тоже из прозрачного льда. Прям прикольно. Реально прозрачный лед. Кролик. Сейчас же год кролика.
Ну и, конечно же, елочки с подсветками. Пойдешь туда? Здесь елка без верхушки, а соседняя как раз таки с верхушкой. И там изображены фигуры людей, которые что-то еще держат наверху. Похоже, люстру. Или нет? Или это мне так показалось? Скорее всего, просто кусок уже растаял. И кажется, будто фигура держит верхушку. Ну и еще такое. В общем, внутри подсветки, и так оно достаточно красиво смотрится. Как раз все блики стекла. Вот так, вот так. Там даже есть небольшое колесо обозрения. О, чую, запах пахнет глинтвейном. Что-то... А, и какой-то выпечкой, по-моему, сырниками. Запахушок. Откуда-то здесь запашок такой идет. Сейчас посмотрим. На вот это все. Туалет, но почему-то не бесплатный. Вот обращение к администрации города. Сделайте свой 40-й кабинет бесплатным. Так, здесь у нас что-то вообще такие сложные конструкции. Что-то прям... Вообще, я даже не представляю, как такое можно было сделать. Здесь особенно такая сложная конструкция. Она огорожена, чтобы близко никто не подходил. Так, и здесь кролик прям. Выступ такой. Сейчас даже с той стороны попробую показать. Вот такое. Ну и... Кто это здесь? У нас команда Поморы, город Архангельск. Сказка ложь, давнее намек. По сказке ДН Мамина Сибиряка. Храбрый заяц. Поташев Сергей и Белов Игорь. Белов Игорь. А здесь у нас Зубков Сергей и Зубков Александр. Команда Тоцкие, город Екатеринбург. В кавычках «Сны Сибири». Царица. Вот такие красивые скульптуры полностью изо льда. А здесь у нас ледяная лавочка. Не знаю, конечно, можно ли на ней сидеть или нет, но видно по следам, что садились и много раз. Но лавочка полностью изо льда. Видели вообще такое? Давайте глянем следующие скульптуры. Так, ну а здесь поздравления. Город Екатеринбург, с Новым годом. Здесь тоже какой-то замок. Давайте дальше, там посередине. В серединке там очень сложная конструкция. Там был заяц, который шел от стены. А здесь кораблик. Смотрите, какой тонкий кораблик. То есть я имею в виду, материя тонкая. Лед тонкий. И журавля, которая как раз между этими двумя монументами. Ну и на кораблике
Я не знаю, что это за животное, собака, какой-то единорог, не знаю, тюлень, что ли. И мужик. Ну, скорее всего, собака, только собака немного потаившая. Но это точно кролик. Прям ближе к нам, который. Так, давайте. Я просто не вижу, кто там скульптор. Но здесь у нас команда «Северный ветер», Якутия, Приемыш, по сказке D.N. Мамина сибиряка. Петров Роман и Румянцев Иван. А это с такими команда «Оптика льда», город Новоуральск, в кавычках «Сказки, рожденные природой», по мотивам произведений Д.Н. Мамина сибиряка, Фурса Анатолий и Скоморохов Александр. Как-то так. И здесь снова лавочка изо льда. Видели? Вот такое. А здесь прям украсили подсветкой. Какие-то такие столбы, якобы из камней, да? Какие-то такие горные камни это напоминает, как будто выложенные один на одного. А внизу что-то похожее на цветок светится. А если подойти с этого бока, кувшин, человек тянется наверх, и там другой человек подает ему руку. Итак, это у нас команда «Ледяные ниндзя», город Санкт-Петербург, в кавычках «Золото», по мотивам романа Д.Н. Мамина сибиряка, Федив Иван и Поляков Александр. Здесь. Давайте глянем. Наверху олень возле елочек. При этом он на какой-то вышке находится, которая на столбе, а внизу лисица или собака. И внизу еще охотник. А за охотником тоже какая-то возвышенность. И на возвышенности елочки. А, и внизу еще такая лодочка с веслом. Ну и олень с елочкой. Итак, это у нас команда «Лидер», город Екатеринбург, в кавычках «Радость Гришутки», по мотивам рассказа Д.Н. Мамина сибиряка, в кавычках «Емеля охотник». Итак, это у нас Яхин Михаил и Сысоев Виктор. А это медведь. Медведь. Заяц. Здесь прямо, знаете, такая сложная решетка. Это, скорее всего, изображено дерево без листьев. Сможете вот так изобразить ледом дерево без листьев? Итак, это у нас команда «Мастера». Город Санкт-Петербург, в кавычках «Аленкины сны», по мотивам сказок Д.Н. Мамина сибиряка, Абдулганиев Теймур и Авдиенко Павел. Авдиенко Павел. Но на входе также, и он же выход, нас встречает два таких красивых столба. А здесь мы еще сейчас попробуем побродить по этому замку. Сейчас посмотрим елочки и потом доберемся до самого замка. Здесь только выход, скорее всего, попробуем зайти с той стороны или с этой. В общем, посмотрим.
Здесь тоже все изо льда. Это у нас горочки здесь такие, где можно покататься. Здесь тоже такая фигура с подсветкой. А заяц, олененок, еще один заяц и еще один заяц. И это все как раз среди елок. А здесь уже что за ледяной замок? Давайте посмотрим. Сюда, возможно, можно подняться. Сейчас поднимемся в эту крепость. И реально такая прям крепость изображена изо льда. Теперь давайте я спущусь и покажу вам эти горочки. Здесь уже стрит-арт прям на льду. Где-то вы видели стрит-арт на льду? Вот, пожалуйста, город Екатеринбург. Батурина Полина, спасибо за то, что написала разборчивым почерком. Потому что в основном, что я не люблю в стрит-арте, то, что там написано неразборчивым почерком. Вот это что? Как это понять? А, 300 лет, да, я вижу. А это что? Атерия. Вот как это прочитать? Стрит-артеры, начните наконец-то писать разборчиво, чтобы вас можно было понять. Ну и здесь у нас уже тоже так, время летит и так далее. Да, я помню, мы тоже писали свои цитаты, посылы для всех остальных, типа не будь рабом системы, там что-то еще такое и так далее. Веселые были времена. Здесь, судя по всему, вход уже на эти горочки. А нет, здесь можно как раз пройтись. Ну ладно, что ж, увидимся в следующем выпуске. Палец вверх, подписка на канал. И до скорых встреч.